Наконец-то вышли мы с семьей на прогулочку. Да. Даже мама после работы решила выйти. О, вам всем привет. Алена в хорошем настроении, это супер. Да, 3 дня выходные. В общем, решили прогуляться по бульварам Беслянским. Полиция работает. Цветочки растут. Девчон, покажись, какая ты красивая. Эй, туристы. Тяжело. Маму эксплуатируешь. Вот это я понимаю, летняя погода. Называйте как хотите, может быть, в Польше еще считается весна, но для нас уже тепленько, уже лето. Все-таки 11 июня на дворе. Вот, гуляем по Свинтокшистскому мосту. Вон люди отдыхают на полянке. Все круто. Оп! Чаще его. Кто-то рыбку ловит. Вот такие места. Тоже можно полазать, попрыгать. Ты же еще маленькая. Ходи там. Сегодня, кстати, выходной день в Польше. Божье тяло. Ну а завтра кому-то на работу, то есть мне. А вот ребятки будут сидеть дома. Какая-то неизвестная скульптура. Да. Что тут? Встала в рамках проекта штука. Кто там? Где? Это обезьянка? Это человек? Ева, это человек такой. Куда дальше едем? Я у Евы спрашиваю. Вот такие ступенечки есть еще. Людям посидеть. Там проходили. Людям для подтягивания всякие штуки. В общем, приятно время проводить в теплую погоду, в теплое время года. И причем это дальше. Тянется туда еще дальше. За Коперника. Да. Уже многие пивасик попивают. Хотя, в принципе, наверное, еще запрещено, да? Пиво пить. Что скажешь? Я твою косу снимать буду? Скажи что-нибудь. Что? Не знаю. Что-нибудь интересное. Расскажи анекдот. У вас в Макдаке рассказывают анекдоты? Нет. Нет? Входим в такие вот палаточки, заведения. Прям запашок сразу еды. Хочется посидеть, пиво холодного попить. Понятно, улочка-то уже заполнена людьми, загорающими. Ты так селфи, это типа вперед, передняя камера. Такая вот небольшая прогулка, выходной день.
Будем заканчивать этот коротенький влог. И сейчас вам для интереса покажу, что, наверное, невозможно в Беларуси. Хотя, ну, если только задействующего невозможно в Беларуси. Хотя, у некоторых крыша уже совсем поехала, так что, в принципе, судите сами. Вот такие вот плакаты у нас можно на балконе дома видеть. Как вам? Да, в Польше тоже выборы.